Ребят, всем привет! И, если честно, я никогда не думал, что я когда-нибудь буду снимать это на своем канале, но, ребятушки, мы находимся в Роблоксе, и сегодня мы будем играть в Роблокс на картах Stand of 2. Короче, будет просто адовый трындец, я думаю, тебе будет интересно потом присядь поудобнее, печенюшку в ротик, а там что-то еще в ротик, как хочешь. Короче, Ранулька лайк поставил, подписался, если не подписан, и давайте смотреть, что у нас здесь есть. Мы находимся, ребятушки, в Роблоксе! Да, я скачал Роблокс, да, я в него зашел, прямо сейчас мы находимся в Роблоксе. Я немножечко здесь пошарил по этому Роблоксу, посмотрел, есть ли здесь стендов 2, здесь реально есть стендов прям в самом Роблоксе. Я, если честно, не тестировал ничего, просто зашел посмотреть, точно ли есть стендов, чтобы знать, стоит ли вообще снимать. Ну, пацаны, давайте, наверное, с самого основного начнем. Это, ребятушки, приоденем нашего хлопчика. Посмотрите на моего красавчика. Я же нахожусь все-таки в Роблоксе, и здесь надо что у нас сделать? Мы здесь можем поменять ему прическу. У нас здесь всего лишь 4 вида прически. Ребят, что у нас здесь есть? Ой-ой-ой, как лёд! Это я! Это реально я! Да ты шо? Мы сейчас тупо в Роблоксе меня сделаем. Подожди, стой. Что больше похоже на меня? Вот это вот? Или вот это? Ну, короче, пускай будет это. Скин. А, цвет скина. Что мы здесь можем? Розовенький. Розовенький! Может быть, это еще голубенький сделать? Нет, дорогулечка моя. Мы будем... Ну, давайте обычный. Просто цвет какой-нибудь сделаем такой. О, цвет лего. Прикольно, цвет лего. Давайте сделаем цвет лего. Так, идем дальше. Классические... Что? О, а мы можем поменять ему... Блядь, что это за трындец? А можно повертеть? Ля, мужики, это уже не я, это уже какой-то дед лысый. Ладно, короче, посрать. Давайте посмотрим, что там дальше. Классик фейсис. Короче, о! О, подожди, а чё, подожди, стой, а чё я голову оставил? О-о-о-о, вот это имба, мы такого оставили, красавчиков. Лицо мы поставили, дальше, о, это вся одежда, которую я могу одеть? Все? Подожди, а где чё, ничего не меняется даже? Ладно, хрен с ним. Что такое билд, что это? Пенсил? А пенсил, дорогулька! Что, блядь, вот такой вот огромный был, можно сделать? Для меня это самое главное, блядь, здесь можно вообще? Ну, конечно, я буду максимум... Не, ну давайте, ладно, среднего роста, такой, более высокого сделать. А что это такое? Типа, крупный такой. Да-да-да-да-да, это мне надо. Вот такого гномика сделаем. Гномик, о! Ладно, шучу. Ладно, короче, пацаны, сделаем просто среднего типа такого, обычного, не будем уже издеваться. Больше, в принципе, ничего нету. Ладно, пацаны, настроили, в принципе, вот такой вот у меня красивенький человечек остается. Мы будем, собственно, видимо, им играть с вами сейчас в стендофе. Короче, заходим в главное меню и пишем с вами стендоф 2. Стендоф 2 и поиск, собственно, да. Так, смотрим, что у нас здесь сейчас есть. Пацаны, здесь есть раз, два, три стендофа. Ля, слушайте, а здесь реально много разных стендофов есть, на самом деле, я смотрю. Реально, давайте, наверное, это, я так понимаю, вот это самый популярный. Видите, здесь 37 человек играет. Потом 5 человек, а потом вообще 0. Слушайте, видимо, ребята предпочитают все-таки играть в стендоф, а не в Роблокс, а в стендофе. Ладно, давайте, наверное, начнем с чего? Давайте, наверное, начнем просто с первого самого популярного. Посмотрим, что здесь есть. О, здесь картинки даже есть. Ля, это карта Сэндстоун. Ля, нифига, какая красивая. Слышишь? Офигеть. А, о, тренинг аутсайд. Офигеть, здесь скины еще есть. Здесь скины еще есть. Зачем стендов, если есть Роблокс, ребята? Что происходит? Офигеть, не встать. Ладно, короче, давайте попробуем затестировать. Давайте вот посмотрим, что здесь есть. Перезарядка, дроп оружия, короче, какая-то полная хрень. Не самое главное, это что, правильно, первое, чтобы были касики. Второе, чтобы можно было играть. Так, все, пацаны, мы запускаемся. Стендов. А, здесь музыка какая-то, осуждаю, слышишь, мне сейчас еще авторские права в секунду. Так, что у меня здесь есть? Инвентарь здесь есть даже! Ни хрена себе, у меня 39 голды на балансе, магазин. Здесь можно открывать касики, ребята, та ты шо? Здесь есть ножи, охренеть, здесь есть ножи, ребята, это все. Я буду играть в эту игру. Шарп какой-то, смотрите, смотрите, шарп, скорпион, райвал, шарп, оригин, ножевой даже есть, офигеть, ребята, прикольно. Давайте посмотрим, что у нас за скины вообще, давайте посмотрим ножевой, что у нас по ножевому, ну как. Ух, ля, что это такое, что это такое вообще, непонятно, ребята, ладно, хрень какая-то. Так, керамбит, ой-ой-ой, керамбитик какой красивенький, ля, ну фон, конечно, вообще ни о чемный, да. Так, здесь
есть, короче, тычковые ножи. Вот они, тычковые ножи, короче, прикольненькие, кстати, прикольненькие. Бабочка есть, керамбита 2 есть, кунай. Это танта, наверное, и еще одна бабочка вообще непонятно какая-то, какая-то вообще какая-то хрень. Ладно, хорошо, давайте закроем. Здесь на самом деле очень много разных, нифига, здесь очень много касиков, и поэтому мы все эти касики сегодня с вами протестируем. Я надеюсь, что не надо будет донатить, потому что я если честно, не очень хочу донатить. Я в стендов не хочу донатить, а тут в Roblox, блин. Ладно, нажимаем кнопку играть и играть, все. Так, выбирайте, КТ или Т. Давайте попробуем за КТ сначала играть. Что это? Куда это, блядь? Где я? Что я? Опа. О, здесь режим есть, закладка бомбы, бхоп. Ну-ка, закладка бомбы хочу, конечно. Смотрите, о, Сэндстоун и какие-то другие карты. Сэндстоун, куда нахрен? Смотрите, тут разные карты. Голосуем. О, я появился. Я где-то... где я был сейчас? Я был в раю. О, ребята, это же Сэндстоун. Это Сэндстоун. Давайте-ка музыку все-таки погромче сделаем, а то... О. Вот, а ты что, родной? Есть кто-то на сервере, что... на сервере что все загружаются. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть оружие, блядь. М-ка. Оп, М-очку взять. О, а я прицелиться могу. Ля, ты шо, имба. Все подключаются. Ребят, давайте посмотрим пока Сэндстоун. Ля, у меня керамбит сразу же. У меня сразу же керамбит какой-то. Нифига себе. Блядь, у нас чел провалился. Нифига. Ля, прикол. Ля, капец, графика, кстати, ни хрена себе крутая. По-моему, даже в стендофе таких теней нету, как в Роблоксе. Так, здесь, видимо, аплента, наверное, нету, да? О, даже аплент есть, ни хрена себе, ребята. Просто имбо. Прикол. Ладно, погнали на этот, на Б-плент. У нас 700 баксов в кармане, мы будем с пистолетом играть. Пока мы 2 на 2 играем с пацанами. Так, нашего там щибит. Нашего щибит, родной, блядь. Родной, блядь. Уйди, блядь, я говорю, я приду помогу. Приду помогу, ну-ка. Блядь, кирпичей надел, блядь, уже, посмотри. У него со скинами, ну-ка покажи скин. О, у него бабочка. Нифига ты крутой. О, ну-ка. На, ни хрена. Все, это было так легко. О, забрал так найн мой падаль. О, нас уже трое, 3 на 3 играем. Так, давайте что-то купим. Давайте возьмем какую-нибудь снайперку. Давайте снайперку и что? Берета, Волтер какая-то и АВМ. Ну давайте попробуем Волтер какой-то. Я не знаю, что такое. Такого стендофи нету, если честно. Я первый раз такое вижу. Что это, блядь? Ха-ха! Смотри, у меня квадрат сначала был. Так, поехали. Поехали. Оп, блядь. Спускаемся со ступенечек, блядь. Оп, запрыгиваем сюда. Оп, запрыгиваем сюда. Ну-ка. На, блядь! А что? Я его не убил с первого раза. Ну-ка, еще раз. На, голову не мою! Ну-ка, подберем. Это дигл. О, диглинка. О! Имба. Ну-ка. Да на тебе голову твою. Имба. Кстати, я могу посмотреть прям здесь как-то этот свой инвентарь, сколько у меня этого голды. Здесь же голда, я так понимаю, за киллы дается. Так, давайте возьмем, короче, возьмем калашик сначала. Калашик возьмем какой-нибудь, да? А здесь только М-ка, мы же за КТ играем, точно. Здесь только М-ка. Так, возьмем М-ку и возьмем броню и гранаты. О! Граната, смок и флешка. У-ху-ху! Так, как тут переключать? Флешка, как здесь флешка работает? Ну-ка, смотри, блядь. Рука! Блядь! Рука провалил! Падали, меня забрали. Блядь, у меня застряла рука! Еще меня убили. Ну-ка. О, посмотрите, какая здесь красивая карта. Слушайте, а реально круто. Так, пацаны, новый раунд. Сейчас здесь уже будем играть по-серьезски. Берем гранаты, все закупаем. Давайте купим какой-нибудь дигл. Дигл, где у нас дигл? С диглом мне понравилось. Вон тапики будем ставить. Так, берем гранаты. Давайте посмотрим, как флешка нас слепит. Я хочу посмотреть, как она. Где я? Кто я? Бля, слушайте, кстати, слепит нормально. Ну-ка, смог. Как здесь смог работает? Ну-ка. О, смог упал. Да ты шо, напердев нормально, ребят. Нифига, собачок нормально работает здесь, имба. Ля, ты посмотри, здесь анимации даже есть, ты посмотри. Падай, блядь, я... На тебе, падай, блядь. Нифига, посмотри, сколько с него дропа выпало, имба. Дробаш поднимаем. Я один остался, походу, да? А нет, не один, нас двое. На, падаль, я его забрал. М-ку забираем. И дай за диффузу, где бомба? Бомба, о, посмотри, какая бомба смешная. А как диффузить? Как диффузить, алло? Не понял. Пожалуйста, помогите. О, диффуза, о. А я не могу диффуза взять. Ты посмотри. Диффуза, дай мне. Пожалуйста, не взрывайся, бомба. Пипец. А, стоп, подожди.
А, это бомба незапленченная была. Я дебил, блядь. Ладно, пацаны, я дебил. Бомба была незапленченная. Все, 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 все нормуль. Так, что покупаем? Так, а, у нас М-ка уже есть. Было бы круто, конечно, что сделать? Правильно, было бы круто, конечно же, со скинцами поиграть. Так, блядь, надо всем отвесить по голове. Сейчас еще парочку киллов сделаем и касики подкрываем. Подкроем касики, без касика все никуда. Гранатку. На, гранату. Блядь, это все? Это была граната? А флешка есть? Где ты, блядь? Я пушу! Залетаю в стендов 2, блядь! На! Падаль. О, гранату выбил. Эту гранату, говорю. Выбил этот. У него глок с. У него глок со скином, да, ребят? Или нет? Не, не со скином. Выбил бомбу. Фонарь, посмотрим, тест-спаун. Как у нас тест-спаун, ребята, здесь? Ну-ка. Улять, там лаба стоит, не вела! Или что там стоит? Нет, тест-спаун красивый, кстати. Там падаль нашего убили. Ладно, мне пофиг, тут ламба стоит, или что? О, это аудюха, да? Аудюха, ты писем, ну, ухо. Так, посмотри, я один остался. Один против двоих. Ай, блядь, в глаз! Убили, ладно, мы проиграли. Ну ладно. Так, пробуем еще последний раунд сыграть и пойдем подкрываем касики. Что здесь еще можно потестить такого интересненького? Возьмем, давайте, слушайте, а давайте за терв зайдем, может, нет? Слышите? Что это было? Собака какая-то, ты видел? Этот, мяукал. Как за терв зайти? Играть в террори... Оп, за терров. Блядь, я умер. Ты дрик мой вял колосу. Ладно, подождем. Ну, наконец-то я появился. Я не понимаю, почему, когда мы появляемся, мы в земле закопаны. Наверное, чтобы не убежать. Так, о, я получил бомбу, имба. Ну, как бомбу взять? Оп, блядь, посмотри. Блядь, сюда пленчу. Пленчу, пленчу, нам, блядь, взрываю все. Пацаны, у меня бомба. Это самое крутое. Так, берем калаш. Калаш где? О, калаш есть, имбулька. И армор. Берем и арморку, и гранатку. Уй, ты сюда, блядь, и смачок. Полностью фул закуп. Блять. Кааа! Побежали, блядь. Перезарядимся сначала. Так, ну-ка. Идем, идем, идем. Панель на заплатим. Они не будут ожидать такого. Такого наглого поворота событий они не будут точно ожидать. Как мне этот смог взять? Прокинем смычок. Чтобы этот задымить здесь все. Апа, не бегу за мной. А я с керамбитиком уже убегаю. Так, бегу, бегу. На плент. На плент. Берем бамбу. Главное, чтобы никого не было здесь. Бамбу. И плентим. Заплентил. Так, быстро, нифига. Я заплентил, пацаны. Ждем. На, падаль! На, падаль! Куда? Капец, он мне вантапом поставил голову! Ну, слушайте, нормально, я... А где мои тиммейты? А, я один оставался. Ага, было? А что они не дефают, пацаны? Они бомбу не дефают, ты видишь, что происходит? Они не дефают, они не умеют! Слушай, сейчас сорвется нахрен! Сейчас сорвется бомба! О, смотри! А, блин, меня задефали. Ладно. Ладно, пацаны, last round с АВАПой красиво сыграем. АВП берем. АВМ-очку, точнее, АВМ-очку берем. Гранатки все закупаем. А бабку взяли и вырубили первого. Типа, смотри, 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 смотри. Сейчас вон будет килл. Раз. Вон, минус 40. Ты видал? Не-не-не, они какие-то живущие. На, убил одного, имба. Сейчас еще одного. Давай. Ну как ты не, как ты живешь-то, а? На, еще одного. На еще одного! Это был эйс! Теперь после такого эйсика можно пойти и пооткрывать касики, да? Так, пацаны, у меня 198 голды, видимо, за киллы дали. Что я могу за них купить? Что, ничего? Вы что, прикалываетесь? Реально, я столько киллов дал, я даже ничего купить не могу. Ладно, придется задонатить, походу. Ой, ты шо, блядь? Капец, что так дорого? Габелла! 1000 голды. 180 робуксиков. Блядь, дороговато. Давайте 5000 купим. Ну, я надеюсь, это не обдираловка какая-то, да? Так, 5000 голды. Покупаем, пацаны. Все, имба, пацаны, задонатили. Платеж совершен, спасибо за заказ. Имба. Так, надеюсь, что у меня, пацаны, не обманули и все как бы зачислили, да? Я же купил, все, да? Оооо, ребята, thank you, 5000 голды, куплены имба. Теперь мы можем, ребятки, открывать с вами топовые касики. Так, где у нас, что у нас? Уберите это от меня, хочу касики открывать, ой, блядь, уйди! Что это, как это закрыть? А, вот, окей. Так, у меня 5200 голды на балансе. Ах, нет, здесь есть кейс за 14000. Здесь есть керамбит голд даже! Офигеть, ребята! Вот это да, нахрен! Имбулька, дорогулька. Не, ну за 14 тысяч это что-то слишком дорого. Ладно, 5000 на балансе. С чего начнем? Шарп, что это за шарп? А здесь какая-то хрень. А что такое? Легендарий карт какая-то. Что-то какая-то карта нахрен Роблокса. Офигеть. Начнем, наверное, с самого дешевого. Вот с этого, с Райвела. О, здесь еще и керамбиты есть, имба. С самого дешевого начнем. Нажимаем открыть. Количество. Один. Конечно, один. Ты же гонишь. Больше я тратить не буду. Нажимаем кнопку да. И вы купили. А, ты здесь их покупаешь, а потом открываешь, видимо, да? Офигеть, прикольно. Так, открыть теперь как? Открыть теперь как? Дорогуха, это моя. А, вот он, открыть, имба. Так, ну что, мужики, блядь.
Керамбитик голд. Ой, какой голд? Здесь голда нельзя. Керамбитик выпадай. Хэштег нож тик-таку в Роблоксе. Поехали. Нажимаем, нажимаем, блядь. Шо? Какие-то топоры летят. Давай, родная, тварь. Шо это? А что это такое? А что это такое? Это типа ничего? Здесь даже есть такое... А, вот, блин, стой, вот, акс какой-то, топор, да, это же, да, смотреть, крафт. Продать, давай за 72 продадим, нахрен он мне нужен, правильно? Правильно, продадим. Хоть продать можно, это уже имба. Так, хорошо, идем дальше. Что, что, давайте сразу закупим нормальное количество кассиков. Ну, давайте один шарп. По одному каждого будем покупать. Что за волкер? Какой-то волкер, смотри, розовый. Мне нравится розовый, не, он какой-то голимый. На живой 28 тысяч! Охренеть, дорогой, а? Что так дорого? Слышишь, что за обдираловка? Так, фьюри. Вижу, купаем еще Фьюриус за 800. Капец, как дорого, ребят, это габело. Идем дальше, что у нас здесь еще есть? Скорпион, обязательно скорпион. А где логик? Почему со скорпиона выпадает бабочка, если там должен быть нож скорпион? Что за бред? Ладно, тоже покупаем. Скорпион, у меня 3000 на балансе осталось уже, габело. А Ориджин обязательно, и без Ориджина никуда, ребят. О, посмотрите, какой калаш прикольный в Ориджине. Так, идем дальше. Ну, сколько, мы половину голды уже потратили примерно, да? Давайте начинать открывать. Берем Ориджин кассик. Ориджин, блядь, посмотри. На ножи, блядь, в зубы взять, блядь, и побежать сражаться. Так, калаш, конечно, вот этот имба, да? Вот этот калашик выбить, это вообще имбулечка была бы. Блядь, дожился, открываю кассики в Роблоксе. Ладно, поехали, блядь. А, полетела рулеточка. И что у нас выпадает? Нас выпадает, ну-ка. Да ты шо? Прям как в стендофе. Рарка, охренеть. Пацаны, один в один. Ого, 244 стоит. Продать, конечно, продать, дорогой, нахрен она мне нужна. Так, скорпион, пацаны. Не, ну со скорпиона бабочку полюбай. Полюбай надо выбить, ребят. Полюбай надо выбить бабочку. Ой, ты посмотри, какая имбовая. По щелчку пальца. Вау! Открыть, полетели, открыть. Ну-ка. Да капец, ребята, что за говно мне падает? Мне одни рарки падают. Мне даже в Роблоксе падают рарки, ребята, это капец. Так, ну давай, Фьюриус, ну родной, ну Фьюриус точно меня не поведет. Я даже разговаривать буду, просто по щелчку пальцев открываем и выбиваем наш чанский. Давай, ножик нужен. Это прикол? Это какой-то прикол? Мне хоть один нож хотя бы в Роблоксе выпадет или нет? Пацаны, мне даже 79, ребята, это забыло, 79. Ладно, давайте какие-нибудь дорогие какие-нибудь, по 1000 хотя бы, давайте. Три гасика по 1000, о, вот, по 1000 стоит. О, да ты шо какой-то. О, калаш офигенный здесь, смотри. Вот это калаш вообще имба. Покупаем вот такой за 1000 один, да? Дальше что еще? Фейбл тоже, о, здесь М9 за 800, это почти косарь. Покупаем и еще какой-нибудь, давайте, о, 1100, какой-то блейд. О, шо это? Это перчатки! Охренеть! Это перчатки, ребята! Офигеть, не встать! Все, пацаны, у нас с вами три еще кассика. Все, мы откроем эти кассики, ребятушки, и сейчас по-любому выпадает нож. Давайте. Что-то я это самое... О, а что это значит? Что это? Что это? Аркан, танто... А, это танто. Ножи танто, имба. Поехали, без разговоров. Это же Роблок. Мы даже батить не будем, ребятушки. Габела, ребята! Что так не везет-то? Даже в Роблоксе, ребят, ну это капец. 900! Охренеть, повезло. Ха-ха! Ладно, нормально. Блейд кассик тоже вот открываем, пацаны. Я перчатки. Я вот эти перчаточки хочу. Ой, блядь, они имба. А тут еще снизу что-то. Что это? Это тоже перчатки такие на руки, да? А, это тоже перчатки. Нифига себе. Капец, это перчатки. Приколденс. Открываем вообще без разговоров. Смотрим. Перчатки выбиваем. Блядь! Ты видал? Почти перчи выпали. Нифига себе. Да, выпадает дробаш. Говно полное. Ну ладно. Так, у меня. Продаем дробаш, понятное дело. У нас последний кассик. Давай, дорогой, я по щелчку пальцев открываю, просто нож. Полетели. Опа, и пошла жара. Давай, без разговорчиков. Ну-ка. Ну, хорошо, ну сюда. Не, кстати, юспик красивенький. Посмотрите, какой юспецкий. Давайте хоть что-то в игре посмотрим. Офигеть, он 8, он самый дешевый. 80. Давайте экипируем за КТ и давайте за теров. Экипируем, хоть посмотрим на него, ребят. Так, пацаны, ну что, я зашел, смотрим. Опачки, ребятушки, посмотрите на мой скинчанский. Блять. Я опять застрял в этом говне! Смотрите, я тупо в земле застрял. Я не могу выйти из земли, блядь. Это вы наказываете меня за то, что у меня такой имбовый скин, да? Честно говорите. Шо это мне, по сути, что выскочило здесь? Ну-ка, получить что-то можно. Ну-ка, что мне подарок какой-то. Мне подарок дай, нифига себе. Мне еще трейд какой-то кинули. Блядь, что происходит, я не понимаю. Мне керамбит дают. Мне керамбит дарит? Тихо. Пацаны, мне чел какой-то кинул обмен и дает мне керамбит бесплатно, пацаны, походу. Я ему вот этот фьюз в галимы даю за 80, а у меня... А почему керамбит 200 стоит? Что за приколы? Алло, я ему кинул. Принимай, падаль, принимай керамбит мой. Ля, он походу не хочет. Капец. Вот жмот. А зачем ты мне кидал тогда? Я уже обрадовался. Ладно, жмем получить. Как мне нажать это получить, а?
Пацаны, мне только что подсказали, что здесь есть тренировка прямо в этой игре. Короче, смотрите, мы заходим в АФК, нажимаем сюда АФК. Нас переносят в тренировку, посмотрите, здесь можно выбрать любое оружие. И я могу потренироваться на ботах. Охренеть, это реализовано лучше, чем в стендоффе. Посмотрите просто, прям как в КС-ке, я могу здесь... Что это? Я могу даже выбежать, прикольно, пацаны, посмотрите. Могу просто выбежать и потренироваться на ботах. Офигеть, вот это реально прикольно. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь есть вообще. Шитье материалов, что это? Дерево? Что это вообще такое? А что такое, ребят? Непонятно, ладно, сейчас... Давайте поменяем оружие, что у нас здесь есть? Гранаты, мы будем бесконечно гранаты кидать или нет? Ну-ка, кинем, давайте. Опа! Блять, взорваться! Бом! Короче, пацаны, прикольно, я здесь могу на имке постоять потрениться. Блин, реально очень круто реализовано, ребят, мне очень понравилось. Так, пацаны, давайте, короче, последний раунд сыграем и заканчиваем на этом. Что берем? Берем по-любому броню. Так, и давайте возьмем что-нибудь такое красивенькое. Давайте калаш. Ну, понятное дело, ну это самое основное оружие, ребят. Калашечка, авапочка и так далее. Так, нас трое, и их трое, видимо, да? Имба, имба. Я должен здесь поставить всем хедшотики красивенькие. Сюда! Первый пошел, ни хрена я выдал. Вы видали? Все, я имку натренил. Капец, это был самый легкий раунд. Слушай, это вообще даже было неинтересно. А ну-ка, ну-ка, оставьте мне еще раз. Это меня начинает втягивать в эту игру. Это реально последний раунд, мужики. Меня реально втягивает уже. Так, гранатку прокинем. Посмотри сюда. Опа, гранаточку прокидываем. А где она? А где граната? А что граната? Улетела куда-то, не? Ладно, флешка, на. Флешка пошла. Опа! Ослепила? Как меня ослепило? Я за барьером был. Габелла, ладно, пофиг. Так, голову поставим. Где? 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 Бегом, бегом. Где? Да, блядь! Падла!